Яркие огни фейерверков – привычный атрибут предстоящих новогодних праздников. В то же время и опасный. Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия нередко служат причиной испорченного праздника и различных травм. Приобретать однозначно следует лучше в розничной торговой сети, легальной торговой сети, не покупать где-то с рук непонятные изделия с непонятным качеством. В легальной розничной торговой сети пиротехнические изделия продаются соответствующими сертификатами, проверенные. Поэтому хотелось бы предостеречь от приобретения у непонятных лиц пиротехнической продукции. Проблему лучше предотвратить, чем после страдать от ее последствий. Сотрудники Новополоцкого городского отдела внутренних дел в эти дни проводят проверки торговых объектов. В центре внимания правила реализации и хранения пиротехники. И уже в этом году факты нарушений выявлены. Выявлено одно нарушение правил хранения пиротехнической продукции в одном из торговых центров. Было изъято практически 29 тысяч пиротехнических изделий. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статье 2348. Кроме этого, правоохранители напоминают, использовать пиротехнику в общественных и многолюдных местах запрещено, как и нарушать правила техники безопасности при самостоятельном использовании такого рода изделий. Карина Херсан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.